Здравствуйте, друзья. Светлана зачитает письмецо. Оно нельзя сказать, чтобы короткое, но не безумно длинное. Ну, длинное. Длинное, давай. Меня зовут Наталья. Мне 25 лет. По образованию я врач-педиатр. И сейчас работаю первый год в детской поликлинике. Работа тяжелая, ответственная. Приходится не только вести прием, но и осуществлять визиты на дом. Родители пациентов бывают разные. О некоторых и вспоминать не хочется. А другие иной раз и настроение подымут, скажут приятные слова благодарности. Ну да ладно, для меня эта часть работы была предсказуема. Но вот к чему я не совсем была готова, так это к взаимоотношениям внутри коллектива и устройству нашей системы здравоохранения в целом. Так. Ситуация следующая. Врачей в нашем отделении жутко не хватает. На 8 педиатрических участках постоянных врачей работает только 5. Население, которое прикреплено каждому участку, больше в 1,5 раза, чем предусмотрено нормами. Ой-ой-ой. Таким образом, каждый врач, мало того, что имеет постоянной работы в 1,5 раза больше, так и все время просит брать подработки. Я подрабатываю по мере своих возможностей, но всему есть предел. Хочется же не только на работе все время проводить, но и заниматься своими делами. Я сейчас, например, английский подучиваю, да и просто приходить домой и нормально общаться с мужем, а не так, чтобы с порога от бессилия заваливаться на кровать. Все-таки у девочки муж есть, это существенно. Да, молодец. Из-за этого мои отношения с начальством и коллегами, не со всеми, но со многими, стали накаляться. Они считают, что я недостаточно помогаю, отказываюсь от сверхурочной работы и вообще думаю только о себе. В моем понимании сверхурочное – дело добровольное. Но я эту ситуацию вижу с другой стороны. Нашему начальству просто удобно, чтобы меньшее количество врачей выполняли больший объем работы, при этом не доплачивая зарплату за выполнение работы сверх нормы. Понятно, что новых специалистов с улицы просто так не приведешь. Многие уходят из медицины, а закрыть все дыры новыми выпускниками тоже не выходит. При этом управленцы поликлиники не стремятся выйти из своих кабинетов и заняться практической медициной, чтобы хоть как-то сгладить сложившуюся ситуацию вследствие нехватки кадров. Я понимаю, что я не могу изменить устоявшуюся систему. Помогите мне изменить отношение к данной ситуации, потому что уволиться я не могу и должна отработать в поликлинике еще 1,5 года. Спасибо за внимание, с уважением, Наталья. Да. Знаешь, Светик, что мне это напоминает? Вот, может быть, ты скажешь. Вот тебе это что-то напоминает? Безысходность какую-то вообще напоминает советскую. Нет, советскую. Вот ключевое слово советскую. Да. Я хочу сказать, что это мне тоже напомнило то общество и то время, в котором мы жили, когда людей обвиняли в несознательности. Да. Это же то же самое. Ее обвиняют в несознательности. Она недостаточно помогает. Да, понимаешь? То есть они не попали в рыночные отношения. Они не попали в ситуацию, когда ты получил деньги. Там, да? они могли бы стимулировать их, например, рублем. Если у них 5 врачей на 8 участках, значит, там должно быть 8 фондов заработной платы. Должно быть 8. Должно быть 8 зарплат, так, а их дают 5 людям. А ты, слушай, возьми оставшиеся 3 зарплаты и раздай им. Они, может быть, с радостью побегут, может быть, из других поликлиник кто-то придет. Понимаешь? Ну, вопрос в том, что это просто физически тяжело тоже. Подожди, ну это физически тяжело. Но все-таки девочка 25 лет, это не то же самое, что тетенька в 48, понимаешь? Скажу так, что я работал на работе, и мне платили там за отработанные часы, даже сверхурочные, как бы там ставка была та же самая, но по 60 часов в неделю работали, но то, что получаешь денег значительно больше, оно согревало, конечно. То есть ты понимаешь, что ты работаешь тяжело, но и ты компенсацию получаешь значительно. Это очень важно. У девочки... Она понимает, что ее имеют, понимаешь? Да, конечно. То есть ей же не говорят, давай по-честному, ты больше работаешь, да? Угу. А мы тебе компенсируем. Да, ей говорят, ты несознательная, конечно, ты плохо работаешь, ты должна была бы работать лучше, если бы ты была сознательна. Угу. Понимаешь? А дальше вот есть вот эти люди наверху, которые некомпетентны в выполнении своих административных задач. Света, они некомпетентны. Они не берут взятки, но они некомпетентны. Они не в состоянии организовать работу правильно. Мы можем сказать, система такая, что эти люди не могут быть компетентными, потому что она не позволяет компетентному как-то участвовать. Я прям вот нахлынул СССР там со страшной силой. Но вопрос в чем? Что... Нет, вопрос у девушки такой, как к этому относиться? Девушка пытается сказать, а как вот мне сегодня, оказавшись в системе отношений, которые, это, казалось бы, уже 30 лет, как должны были бы уйти, вот как мне с этим дело иметь?
Значит, ну, просто согревать себя, что осталось не целых полтора года, а да. всего полтора года. Ну, я бы на месте девушки, или, скажем, на моем месте, сами глядя на ее ситуацию, я бы сказал себе так, значит, я должен полтора года отработать. Да? Это факт такой. Значит, мы его принимаем, мы не пытаемся с этим ничего делать. И, собственно, она тоже ничего не говорит на чем. Хорошо. Вопрос. После полутора лет-то мы чего будем делать? Вот она там, например, хочет подучивать английский. Ну, замечательно. Опять цель нужна. Для чего? Английский для чего? Нет, ну подожди, это ее дело. Она может быть, у нее есть ответ для чего. Может быть, она для развития, может быть, под будущую эмиграцию. Подожди секунду, но... я же не говорю, чтобы она нам об этом сказала. Но если у нее есть вот эта цель, да? Да. То она ее будет согревать. Мы все тебя поняли, но я о другом говорю. Она должна бы себя спросить сегодня, через полтора года, когда я смогу уйти из этого места, я чего буду делать? Чего бы я хотела делать? Где бы я хотела оказаться? И тогда вот эти полтора года, которые у нее есть, она должна была бы думать о том, что будет потом, и готовиться к тому, что будет потом. Если она хочет эмигрировать, значит, она должна думать об эмиграции. И готовиться к эмиграции. Если она думает о том, чтобы уйти куда-то там в исследование, она должна готовиться там, какие там требования там и так далее. Может быть, она хочет быть лучшим профессионалом, она должна сосредоточиться там на каких-то, я не знаю, на чем. Я к медицине никакого отношения никогда не имел, но что-то. То есть у нее должна появиться цель, помимо того, что она вынуждена там полтора года находиться. Она должна сказать себе, вот эти полтора года, которые я вынуждена здесь находиться, я хочу двигаться к своей цели, а не просто отрабатывать, чтобы потом еще там что-то делать. И тогда вот это ее существование станет более осмысленным. Она перестанет смотреть на этих людей, как на свой коллектив. Это не ее коллектив. Она через полгода оттуда, через полтора года оттуда идет. Ей ничего не надо от этих людей. Ей абсолютно пофигу, что они о ней думают. Правильно? Но если у тебя, если ты говоришь себе, у меня есть мое, а у них есть свое, ради бога, вы разошлись. Но если у тебя своего нет, тогда чужое становится твоим. И вот тогда сложно. Дело в том, что любое, да, вот в такой ситуации, как бы, я бы назвала это словом переключать мозги. То есть, если ты на работе мозгами не присутствуешь, ну так, отбываешь там что-то, ну, ты делаешь, естественно, это маленькие детки, конечно, нужно, чтобы они были здоровы и все такое прочее, но душой не вовлекаться во все эти передряги и уж эмоционально точно это дело не воспринимать, а для этого действительно должна быть какая-то цель более близкая и согревающая душу. Да. И тогда это целых полтора года превратятся всего полтора года. Это очень быстрое время пробежит. Какие-то люди в этом положении, например, сказали бы, ну и всех нафиг, пойду вот рожу себе деточку, так? Рожу себе деточку и уйду в декретный отпуск. Да, и пусть они там, ну и всех нафиг, а я буду... А разве там есть распределение? Я не поняла, сейчас же уже нет никакого распределения. Потому... Если ты учишься на бесплатном, у тебя есть распределение? Вот. Я не знаю. Ну, наверное, ты же видишь, она должна отработать. Да? Ну, это вот как раз странно, да? Я не знаю системы, но я просто принимаю по факту то, что она должна отработать, не вникая в то, почему это происходит. Вот. И все-таки у нее есть муж, правда? Это уже очень здорово. У нее, наверное, есть какие-то друзья, наверное, есть коллеги. Она изучает английский язык. То есть у нее, казалось бы, много есть разного. Не, ну подожди, если ты. Разного в жизни, если... что могло бы ее отвлечь от этого всего. Слушай, но... если ты выматываешься так, что просто приходишь с работы и падаешь от усталости, это тоже ненормально. Ненормально. Если человек в 27 лет падает от усталости, это какая-то должна быть нагрузка, это же тоже ненормально. Своё, поберегите свое здоровье. Нет, то она говорит, что она отказывается от сверхурочной. Ну вот правильно быть отказывается. Человек не должен ломаться на работе, да? Это неправильно, работа должна быть в охотку, в удовольствие, что это за рабство какое-то. Нет, ну на самом деле люди должны свои проблемы сами решать, не за чужой счет. Поэтому, если там есть какое-то начальство, которое не может как бы решать свои задачи, а я сказал, что они некомпетентны. Если бы они были компетентны, у них были бы вакансии там укомплектованы и все, и они бы нормально жили. Вот, поэтому, может быть, вся система такая, я конечно, еще раз, но ну так не находись в этой системе, выйди ну, из как? Нее. Нет, она не может выйти. Она не может выйти. Значит, надо плюнуть, как-то расслабиться и получить нет, максимум может, удовольствия. Нет, ну родить ребеночка и уйти в декрет, и все. Ну, может быть, это не то, что они планируют, сейчас она молоденькая совсем. Мы не знаем, что она планирует. Ну что, 25 лет. Подожди, ну мы не знаем.
Вот, поэтому самое существенное в этом деле не принимать это близко к сердцу. То есть она ожидала что-то там, коллеги, там, а они уже не такие коллеги, они уже какие-то загнанные системой люди, и они как-то выключились, озлобленные. Дело в том, что когда всем тяжело, да, то люди начинают срываться. Это тяжело физически, а ты подумай, усталость начинает срываться на эмоциях друг на друга. Ты не хочешь, за тебя должен работать. Ты представь себе, Свет, что там есть люди, которые, может быть, и 40, да, женщины, а может, и 45, а может, и 50. И эти люди, а у них дети, а у кого-то, может быть, уже и внуки. И они говорят, посмотри на эту сопливую, ей 25 лет, и ей в лом, а мы, которые вдвое ее старше, то, значит, должны там по полторы ставки тащить на себе, а эти, понимаешь, они тут, вот посмотри на нее, значит, я за нее должна работать. Ну, да. Говорит она, считая, что раз появилась молодая девочка, так на нее можно скинуть. Правильно? Ну, логически. Так получается, да? Мы же знаем советскую систему, работает. Она стравливает людей. Она не натравляет этих людей на систему. Никто из них не говорит, у нас начальник некомпетентный. Никто из них не говорит, надо писать там письмо в министерство или там Путину, что у нас начальство гнать надо. Нет. Они стравливают людей друг с другом. Ему тяжело, потому что вот этот несознательный. Угу. Понимаешь? Несознательный. То есть фактически агент империализма. Да. Вот. Еще английский учит, обрати внимание. Да. Она почему английский-то учит? Уехать хочет. Уехать хочет, конечно. Хочет предать родину и больных, которые там есть, которые в сущности деток маленьких сладких, хочет, да, предать. Вот. А эти, значит, вот там отрабатывают. Поэтому, конечно, надо выходить из этих отношений, но если нельзя, если реально нужно отработать. Я, кстати, вот это вот отработать, да, я думаю, что если там пошуровать немножко в этом направлении, то, может быть, выяснится, что не обязательно отрабатывать прямо в этом месте. Может быть, как-то можно перевестись в другое место, где отрабатывают. Наверное, есть какая-то гибкость. Как считаешь? Я не знаю. Я так чисто так предполагаю, что, наверное, есть какая-то гибкость. Светлана наша по распределению работала на центральном телеграфе в городе Москве. Было такое, Света? Угу. Ее в какой-то цех поставили. А хотела она в какую-то лабораторию. Там свои лаборатории есть, которые что-то там разрабатывали. Так ее в цех. И она... как ты от них отбилась-то? Тебе дали открепление? Ну, я пошла к врачу, взяла справку, что у меня ребенок не ясен. Вот. И сидела дальше с ребенком. Да, у нее уже был ребенок. Значит, она взяла справку, что ребенок не ясельный, и никогда больше в цех не вернулась. Правильно? Ну, да. Все, значит, то есть, должны быть какие-то такие пути, нет путей безвыходных, поэтому... Вообще, конечно, понимаете как, когда находишься в рамках системы, да, да, и много способов воздействия на эту систему нету, и наоборот, тебя все клеймят, какой ты плохой, какой несознательный и так далее, единственный способ — это отвалить, и найти любой легальный способ отвалить из этого места, вот и все. Но система, к счастью, предлагает какие-то методы. Обычно есть варианты, да. Обычно есть варианты. Ну, в общем, мы так поговорили. Значит, девочка так и осталась с тем, с чем была. Но, ну, может быть, что-то у нее там кликнет, и она пойдет. Да, да. Но во всяком случае, не разрешайте другим людям, так, в вашей жизни чего-то там подкручивать. Нет, клеймить. Особенно вот с позиции, что там несознательный, там еще какой-то. Вы скажите себе, это люди прошлого. Они живут в середине 20 века, а я живу в 21-м. И самое главное, что у вас своя жизнь. Вы не можете свою жизнь во имя чьих-то интересов куда-то загонять. У вас своя жизнь, вы идете своей дорогой, со своими целями, со своими задачами. И вот это единственное, что важно. Это не вы должны входить в их положение, что, конечно, им трудно найти людей, сейчас из медицины люди уходят. Это не ваша проблема абсолютно. Конечно. То, что люди из медицины уходят, это преступление системы. Плохо, понимаете? Организовано. Здесь вот это не просто плохо организовано. Это просто какая-то, вот в терминах тогдашних, это вредительство, понимаете? Вредительство создает такие условия, когда люди, вместо того, чтобы работать врачами, уходят из медицины. Это что такое? Понимаете, вы не решите этой проблемы, вы не заткнете эту дырку своим 25-летним юным телом. Понимаете, не связывайтесь. Живите своей жизнью, и все это вы не решите. Система вас искалечит, изуродует. Это 100%. Эта система искалечила и изуродовала и угрохала такое количество людей,
Причем она это делает походя, понимаете? Походя. Никто не заплачет от того, что он вас загнал в такую ситуацию. Или кто-то там, я не знаю, там на инвалидность пошел, или кто-то здоровье подорвал, или что-то. Они скажут, вот, ну, bad luck. Знаешь. Еще один сгорел на работе. Еще один сгорел на работе, да. Послушайте, не позволяйте. Не позволяйте себя загонять в эту дрянь. Светик, желаем девочке успехов, и чтобы все у нее было хорошо. Да, и дома, и мужество, и мужа, и деток хороших там в перспективе и так далее, чтобы все у нее было классно, и чтобы английский выучила и применила на деле. Счастливо!